Дагестанец Султан Алиев завоевал золото первенства России по дзюдо среди юношей весовой категории до 60 килограмм. Соревнование проходит в Ижевске. Представитель команды Санкт-Петербурга по ходу турнира взял верх над дзюдоистами из Краснодара, Москвы, Ингушетии, Татарстана, Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Всего же обладатели 17 комплектов наград в столице Удмуртии определяют порядка 700 спортсменов.